В мэрии прошла встреча городского головы с послом Израиля. Не так давно Запорожье стало побратимом города Ашдод, поэтому стороны рассчитывают на развитие сотрудничества. Развивать сотрудничество нужно, отмечают в горисполкоме, а потому уже нацелены на реализацию совместных проектов. Первый результат, кстати, уже есть. Показатели нашего сотрудничества – это рост. Ну, если говорить в процентах, достаточно большой. Если говорить в абсолютных цифрах, я думаю, что цифра не очень впечатляющая. 49 миллионов, ну, около 50 миллионов объемы внешней торговли, товарами и услугами, я думаю, что здесь у нас должно быть как минимум в 10 раз больше. А вот со стороны Израиля инвесторов могут заинтересовать не только проекты по совместным товарооборотам, но и, к примеру, более глобальные, такие как строительство молокозавода с фермой или развитие сферы сельского хозяйства. Взять все эти высокие, такие, как бы, очень красивые изложения на бумаге, начинать бить-то по частям и начинать что-то делать. То есть это должно быть. Нужно привести все это в жизнь. И, к сожалению, или к сожалению, единственное, кто может это сделать, это послы. То есть, если мы будем каждый со своей стороны толкать, это должно превратиться в реальные проекты, должно превратиться в реальное развитие. В ближайшее время для некоторых проектов со стороны обеих государств, возможно, будут искать инвесторов.